Всё бред, это новое приключение в тачках. Я решил записать небольшой видосик перед тем, как ёбнуться спать. А, так. Ой, сегодня серия без мата. Это же детская игра. Детская игра у нас. Тачки первые. И Моник снова играет какую-то игру. А, право, да, вверх, вниз, понятно. Окей. Газ, вот это. Ты геймпад настраиваешь? Тормоз, вот это, да. Ты сказал, здесь нет управления с геймпадом. Не нашел. Контроллер Xbox 360, чё? Ну, это да, мне. Сейчас мне за музыку навешать авторских правки. Установить значение для каждого действия. Ок, ок, ок. А чё они... А что, на чё назначено? Ты для заноса ничего не сделал. Значит, чего? Вот видишь, занос. Ну, кнопка 8 у меня есть. Чего колебались-то? Что такое кнопка 6, блядь? Может, мы поиграем? Просто я начал запись, мне как бы минут 5 и надо валить от... Ну, короче, нахуй. Так все остальное. Похоже на поршень, что-то мамуло. Ой, я всегда все возрастал. Для всех. Я тяжеловес. Блядь. Есть мы? Да. Я думаю... победитель. Три лузера. Не, а реплики есть? Я эти реплики в одной из фонг песен слышал. Ты не слушаешь. Что, здесь есть озвучка, да, Рип? Не понимаю, реплики есть озвучка? Добро пожаловать на гран-при Радиатор Спрингс. Спорим, сегодня нас ждет отличная гонка. Ух ты, вы посмотрите, какие красавцы! О, знакомые лица! И новичков хватает! Должен сказать, сегодня восхитительный день для гонок, не правда ли? И, конечно, мой друг супергонщик из Радиатор Спрингс, мистер Волния Бакс. Итак, начинаем шоу! Как какой год-то? У тебя есть зазвучка реплик? Да. Все, шестой год. Вот это как навестник, что ли? Да. Что такое? Кнопка 2. Давай, за что я сделаю? Газ! Блять. А почему такой быстрый-то? Как ручник дергать, я не знаю. Что такое? Чего я нажимаю? А, ты турнулся, а что, соски теребишь, да едь ты! Эй, постой! А почему у меня крыша идёт? Ручник или что, блин? Хуй его знал, это пизду тапки такой. Ты Дог Хадсона, ничего, погнал. Пошёл он, ну. Старик ебучий. То есть вся молодёжь топит за молнию Маквина. А-а-а. Я понял, как ручник взять. А как ты за одну секунду развил 200 км в час? Я больше не... Это почти флотаут. Ну вот тебе. Я играю, да. Как тормозить-то за... Флотаут вышел пораньше. А, всё. Первый флотаут, я не понял, как собирать, забыл, в каком году вышел флотаут. Ой, блядь. Такая безопасность, этот дурак, что ли? Ты дебил? Что происходит? Чё-то нажимаю, блядь. Что, эту игру надо на клавиатуре играть? Я забыл тормозить. А почему он сказал «а»? Ему больно стало. Каким образом? Не знаю. Блядь, машина с зубами ездит. Ужас какой-то. Молния Маккуни.
Это я понимаю, блядь, игра про гонки, даже по вашим Forza Horizon, блядь. Всякие подобные. Но это в один ряд стоит с Flatout, в принципе, там похожая графика. По машинке без глаз. Ну то есть это не Need for Speed получается. Молли Маккуин бьёт без промаха! Док Салли на вас насали. А где там есть? Посмотреть, как зовут этот Лил или Стич? Как его зовут-то? Да ебус. Что, блин? Ты сейчас куда-то запотел? Маккуин, ты там жив? Наклейка. А Салли её зовут. Поворот. Последний круг. Маккуин, вставай. Что? Это вставай, слово, ты обоссался. Наклейка. А, да. Мне снилась гонка. Да, обоссался. Да я уж догадалась. Да нет, не просто гонка, а Гран-при Радиатор Спрингс. Там была ты. И Док был. А Мэтр комментировал. А в Косте Мастурбикова. А ты знаешь, что это значит? Ну, кстати, можно одной рукой, потому что на левой не играется. Кстати, тебя Док искал. Он ждет едешь. Тебя у Большого Бугра. Док? А еще у Фло собрались. Это что, назад будущее? Похоже, твои фанаты решили устроить гонки. Ого, похоже, пора просыпаться. Глазами водит. Похоже, пора обрестаться. Привет, дружище. Мак. Кубку Порше. Это же реальная фирма. Готов, еще бы. Ловлю на слове. Тогда пора тренироваться. Ты здесь совсем расслабился. Спишь себе, не гоняешь? Пора бы уже набирать форму перед сезоном. Кстати, на кубок поршня тоже не всякую машину пустят. Сначала надо где-нибудь отличиться, пройди квалификацию на местных соревнованиях, а потом уже можно и на большие гонки. Ну, понял, к чему я? Начинаем тренировки. Что скажешь? Кчтау! Ха, я так понимаю, ты согласен. Не, мне интересно, там типа что, отличаются диалоги, что ли? Типа поменьше, тяжеловес там. То есть здесь могут быть намеки на секс, на порю. А что он делает? Даже что? Что он там на жопу шепчет? Эй, Маквинский! Отлично выглядишь! Поехали! А что? А куда ехать? Это дегенерат, что ли? Звук как маслка. А чё, блин? Нам пора ехать на гонку. Да иди ты нахуй. Неужели вы тот самый достославный гонщик Молнии Маккуин? Ну да. Потрясающе. Сколь невероятная удача. Мы с моим коллегой Джеральдом сочли бы за честь пригласить вас на скромную соревновательную прогулку. Вы иностранец? Я английский джентльмен, сэр. Мы приехали, чтобы показать настоящее мастерство. А вы кто? Да вот, мы тоже на гонку. Ну что добро пожаловать. Ебаный? Вместе всегда веселее. Что разъебу, блядь. А это же этот, там был зеленый, синий и... В детстве, когда я увидел чехол с Молнией Маккуин, когда вы там успели. Но... Я помню, что он зачем-то, блядь, в конце... Звуки настраивал, звук очень громкий, пиздец, блядь. Он... Я тут за серьезные вещи затираю. Я тебя вообще не смешно. Нет, помнишь в конце, там, когда он этого синего что-то повез, там, типа, доталкивать до финиша, помнишь? Да. Я думал, такой, такой дегенерат, блядь. Не, чтобы нахуй выиграть, потом его там помогать, да, тащить. Да, сука, ну вот нахуя ты это сделал? А там этот зеленый выиграл, ну понятно, что на него все забили хуй, все такие, типа, этот крутой, я думал, что за дегенератство, блядь. Де-факто выиграл зеленый, это а сейчас, этот... Сейчас, блядь, выше тачки 4 будет, как уже выше. Нет, а я просто, а я такой думаю, блядь, ты что, Молния Маккуин, ты что, дегенерат, что ли, блядь? Ты нахуя на гонке приехал? Какого синего толкать? Блядь, там целая бригада скорой помощи, ты еблан, что ли? А в чем интерес этой игры, подожди? Я ебу, что ли? Она что-то создана для ирландцев на отсталых? Как тут проиграть? Да, и все. Как тут проиграть-то можно? А мне во флотауте не дают тронуться быстрее остальных. Я трогаюсь с опозданием на полсекунды всегда, по умолчанию. Там нельзя быстрее.
Вот это объезд был, плюс. Опять нет, что-то... с кайфовыми вторую часть. Какие кайфовые? Можно мне камеру нормально сделать? Чего я не запомнил? Какие кайфовые? Это вторые? Первые. Ну тут хотя бы мир живой. Вот там говно какое-то. Блин, 200 км в час, нормально, заходишь в поворот. Не понимаю, это игра как реально насчитана дегенератов, или что, как можно проиграть-то здесь? Не знаю. Костя, а вы тоже там, типа, этот, в школе черти и черные полосы? Это не слышу. Я говорю, вы тоже в школе чертите черные полосы на полу? Нет. Ну там просто я увидел какие-то там приколы у школьников новые. Делать черные полосы, типа, это очень круто. Они выкладывают это в ТикТок, это типа очень смешно. Просто я ТикТок не палю, я хуй знаю, что там происходит. Я вообще не видел ТикТок еще. Да ладно, блять. Ну просто, может быть, он у тебя, конечно, деградивный, но не настолько. Там просто они под одну единственную строчку из какой-то песни, которая называется «Со мной воюет сатана», они что тут? «Со мной воюет сатана». Блять, вот мне, сука, вот мне все время был вопрос. Вот из, сука, вы одну строчку выучили, вам сложно выучить еще три, блять? Ну, чтобы хотя бы это звучало лаконично, нахуй мне одна строка? У нас так каждый перемену мышь приходит в туалет, чурик, начинает сразу «Со мной воюет сатана». Все? И каждый перемену, просто одна строчка. Блять, заебало ли, блять, просто нахуй. Кстати, у нас детская игра сегодня без мат серия. Просто я видел вот эти черные хуёвины на асфальте, вспомнил что-то про это. А, ну, в конце, кстати, там тебя вроде догоняют, но как-то слабо. Жигули, новая эра, новый пост. Видео. Тверские молоточники. Кстати, из важного новость. Смотри! Чупаум! Хоть чупаум, блядь. Эльгапа, Флетчер, Джеральд, Папо. Попа. Короче, слышь, из важного. В общем, Ир говорит, что она не била Тёме по спине до конвульсий. Но это пиздёж. Всё? Вся реакция, что ли? А чё мне ещё надо? Ну это важно, мне кажется, тебе не кажется, что это нужно обсудить? Какие нахуй открытки? Привет, Лиззи! Что это у тебя? О, открытки! Старинные! Ух, я их долго собирала. По всей нашей дороге дорог. А она умрёт когда-нибудь? Класс! Подумать только! Тут и вовсе старинные есть. Я боял. Ураган. Ничего, Лиззи, я найду их. Далеко-то не улетят. Да, действительно. Их там... Какие нахуй что-то искать тут ездить? Я вспомнил флешбэк серии, где они ловили фантики. В смешариках, помнишь? К чау? Блин. А, мне кажется ли это звук типа отсылает к чау, не? Ну ты есть к чау. Не, ну он тут типа такой какой-то по-другому сделан. И вообще мы, кстати, видео будем заканчивать, потому что, блядь,
Давай собирай эту хуйню по-быстренькому. Бумс? Бумс, подумс. Там, кстати, была Лада Нива Надежда проехала, по-моему. Вы что-то хотели? А мне нравятся эти приколы. О, эй, больно все-таки. Стой, блин, бись. Бись от людей. Алло, 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 алло. Я тут видео только собирался заканчивать. Ой, блядь, у меня даже диск с этой игрой есть. Привет. Работает еще? Да. У меня есть даже несколько частей тачек. А Костя хачик. Я представляю Костяна с этим, блядь, с бородой, как у хача, знаешь. Я один палец показываю, так это, типа. Типа, еее. Типа, абу-бандит. Костя абу-бандит. А что ты делаешь, Костя? Зачем ты это собираешь? Какие-то марки собираешь. В гонках участвует, полезно было. Я ебу, что-то какой-то дан мне дали. Хуйню это, блядь. Ну, гонг-гонг. Блядь, Костя вообще водить не умеет, как он права-то выбирает? Не, Костя просто решил эту, Салли выебать. Ты до сих пор помнишь, как зовут? А. Костя всрёт. Тут невозможно вообще проиграть из-за этой игры, эти генераторы, по-моему. Как можно проиграть? Типа смотри, там чуваки даже не едут. А мне кажется, здесь сложности есть, нет? И все там было один выбор, я был самый сложный. А, да? Ну, нет, ну там тяжеловес. Ладно, я ушел. Нет, подожди, там тяжеловес, еще второй. Какая-то легковушка. А, еще какие? Короче, я думаю, эту гонку мы досматривать не будем, тут очень сложно догадаться, кто же победит, поэтому, так сказать, интрига просто хлещет, блядь, из всех мест. Маквин виляет жопой, и на этом заканчиваем видео. Всем спасибо, кто досмотрел этот момент. А если кто-то досмотрел, тут молодец. А, это срыгать можно. Всем пока. Я тут уебешься.